Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас начало апреля. И я приехал по вашей просьбе в метро. Метро на Троечне. Это ответ всем тем скептикам, которые думают, что у нас нет диалога в роликах. Нет, вы попросили, я приехал заснять цены на продукты, на барбекюшницы, на всякие мангальчики и тому подобное. Пошли, посмотрим, сравним и так далее. Вот такая вот огромнейшая просто парковка, просто мега парковка, огромная у метро. Я ни разу не видел, наверное, то, чтобы тут хотя бы даже было занято наполовину, потому что все стараются и летом, и зимой вставать под навесики. Летом, чтобы машина не грелась, а зимой, ну, соответственно, чтобы потом не нужно было отдирать дождь, снег, лед и все остальное. Немного по погоде. Погода у нас сегодня, 2 апреля, просто колоссальная, летняя, теплая, жаркая, солнечная. На туче ни одного облака, посмотрите. Нам второй день обещают какие-то пески с Сахары, какие-то снежно-песчаные бури, которые должны покрыть все небо, которые должны закрыть желтой мглой все, что будет просвечиваться, но такого нету. Для этого нужно, насколько я понимаю, сильный ветер, сильного ветра относительно нету. И сегодня, допустим, вот люди уже в футболках. Вот реально футбол. Я сам сегодня ходил в футболке, на солнце супер, в тени, ну, немного вот чуть-чуть не хватает градусов. По погоде у нас сейчас около где-то 24 градусов. Понятно, что это все измеряется в тени, соответственно, на солнце. Сейчас я даже не знаю. Найти человека в какой-то куртке, но это разве что косуха какая-то. Вот, посмотрите, вот парень идет, да, без курточки, в одной футболке. Перед ним девушка в футболке. И это не потому, что они вышли с машины, а потому что они, ну, потому что жарко, потому что капец как жарко. Я бы тоже зашел в одной футболочке, но учитывая тот факт, что я сейчас буду с вами ходить по разным отделам, и в том числе по мясным, где холодновато, я все-таки приоделся немного. Что я ожидаю от эпицентра, говорю, от метро, и что вы меня просили там снять? В первую очередь продукты, но это и понятно. Вторая очередь всякие барбекюшные принадлежности, потому что сейчас, несмотря на 2 апреля, уже, ну, уже лето, уже реально на прошлых выходных, сегодня вторник, на прошлых выходных люди просто заполонили парки, люди заполонили какие-то беседки с мангалами, ну это какой-то трэш просто, я такого давно не видел. Вот, видите, девушка раз... и раздевается, потому что жарко, потому что в футболке и в косухе жарковато. Что у нас по новостям? По новостям у нас одна новость, которая у меня какой-то в разрез диссонанс вызывает. Где-то в Татарстане прилетел беспилотник, какое-то нефтеперерабатывающее здание, завод. И судя по видео, там зима. Там реально зима, там реально снег. Это, конечно же, трэш. Я потому что на это посмотрел, я удивился, там реально сугробы, там реально лежит еще снег. Так, друзья, чтобы мы на это все себе не таскали, потому что кроме того, что я сделаю небольшой обзор цен, я еще хочу сам прикупить, потому что этот эпицентр очень от меня далеко, просто я тут был проездом, перепрошивал ключ. И раз уж приятность полезным, я решил тут тоже вместе с вами закупиться. Нет у меня списка, все в памяти, все в голове. Посмотрим, что бросится в глаза. На часах сейчас около 3 часов дня, поэтому людей, не удивляйтесь, если людей будет крайне мало. Они все на работе. Это будний день, они все на работе. Давайте посмотрим, что у нас по всяким вот барбекюшницам. Ну, смотрите, вот такой вот походный комплект, если можно, да, сказать,
какая-то дровница и кастрюлька. Вот так вот выглядит кастрюлька, посмотрите, класс, мне нравится. А дровница, это, я так понимаю, тарелка 24 сантиметра. Стоит 1399 гривен. Почему эпицентр? Кстати, может быть, да что ж такое, почему эпицентр, эпицентр, эпицентр? Сегодня, я думаю, вы слово «эпицентр» услышите еще не один десяток раз. Почему «Метро»? Потому что «Метро» в момент открытия он позиционировался как оптовый магазин, скидочный магазин. Грубо говоря, если вы покупаете вот эту вот штуковину одну, то у вас стоит цена одна. Если вы покупаете три, то цена намного-намного дешевле. На многие позиции, на многие товары действительно в «Метро» цена дешевле. Я те, которые буду помнить, я вам отмечу, вот я вам покажу и скажу, а вот это стоит реально дешевле. Вот такие вот есть, смотрите, 3500 гривен. Кстати, кто у нас не ориентируется в ценах, 38 гривен, это 1 доллар. То есть вот это 3400 гривен, это ну примерно где-то там 100 долларов, может быть чуть меньше, где-то 80 долларов. Нормальная бадья, смотрите. Это вот прям как с рынков, по которым мы с вами гуляем. Сюда можно просто заполонить любым мясом, любой курицей, любым овощи-гриль. Тут один отсек овощи-гриль, одна секция, тут вторая секция, какие-то колбаски. Ну, вы уже поняли, да? Вот такой вот мангальчик тоже стоит. Видите, разборный, он разборный, удобный. Если бы он был не разборный, он бы стоил дороже. Стоит 3499, ну тоже порядка 80 долларов. Вот такая вот гриль круглый. Сезам, откройся. Видите, такая вот штуковина. Одной рукой сложно, но можно. Стоит 4700 гривен. Это я даже не знаю. 9000 гривен. Вот такая вот цена. 9000 гривен. Это какой-то инопланетный аппарат. И я так понимаю, вот эта вот штука, она чугунная. Я ее фиг вообще подниму. Так, тут гриль чуть поменьше и подешевле, он стоит 2999 гривен. Вас сегодня будет укачивать, видимо, да, потому что я буду показывать вниз, а потом хопа и резко вверх цену. 1600 гривен вот на такой вот. Удобно. Удобно тем, что оно на колесиках. Взял и погнал. Взял и поехал. Тарелочка, чаша для богатя. То есть вы можете отдельно чашу купить, а сверху уже держать зефирки ваши на удочках или как удобно, как вам душа пожелает. Столики раскладные, то есть смысл какой, что складываются ножки, складывается столик, вроде бы, да, вот видите, ручечка есть, складывается, и туда же вставляются стульчики, все, и вы пошли вместе со всеми на природу. Цена 1499 гривен, если одна штука, если две штуки, видите, то, о чем я говорил, уже сразу на 30% дешевле, на 500 гривен. 500 гривен, друзья, это 33%. Вот такой вот столик стоит, маленький столик стоит 749 гривен. Делите на 38, получаете в долларах, делите на 42, получаете в евро. Друзья, напишите, а есть в вашем городе метро или нету? Вот там, где вы живете, ну или может быть в пешей какой-то доступности поблизости, в пешей или куда можно съездить. Потому что, насколько я знаю, в принципе сеть метро довольно-таки популярна и распространена. Вот такой вот батут 8000 гривен. Здоровый, вплоть до того, что даже могут прыгать на нем взрослые. До 150 килограмм, 2,5 метра в охвате. Нормально, мне кажется, нормально. Нормальная покупка. Причем, смотрите, складывается он вот в такой вот, можно сказать, рюкзачок, который легко поместится в машину. Но нужно запомнить, 8000 гривен, потому что для дачи, для тех, у кого есть дети, четкое приобретение. 305, это уже трехметровый. 8999 гривен. А то, наверное, 9999 гривен это 4-метровый. Ну, это вообще шик. Кто думает, что прыжки на батуте это просто игра, вы сходите, просто развлечение, вы сходите хоть раз именно попрыгайте на взрослом батуте, не на вот этом круглом полудетском, а на настоящем взрослом батуте с тренером. Вы, я вам гарантирую, я несколько раз ходил,
я вам гарантирую, что вы просто не сможете после этих упражнений стоять. Хотя, казалось бы, прыгайте и прыгайте, в чем проблема-то? Нет, там нагрузка похлеще, чем в тренажерном зале, скажу я вам, друзья, по секрету. Свернем с основного нашего маршрута. Вот такая вот, как ее правильно-то назвать, сушилка, да, стоит 528 гривен снизу. Если вы покупаете от двух штук, две штуки больше, то 449 гривен. То есть, видите, фишка в том, что любой товар, если вы покупаете в количестве больше, чем один, у вас довольно внушительные скидки, и это же касается в том числе и продуктов. Сейчас мы как раз до них дойдем. Так, друзья, вы просили хостовары всякие посмотреть, показать вам. Вот мы заходим в хостовары. Сейчас шампуньки всякие, посмотрим цены на эти шампуньки. Так, бритва для мужиков, да, бритва пенки. Ну вот обычная, которую я, допустим, покупаю, жилет вот такого вот плана. 99 гривен со скидкой от двух штук 94 гривны. В принципе, так и стоит. Вот в магазине, в любом магазине, хоть в эпицентре, она так и стоит. Хотя обычно вот до сегодняшнего дня она стоит тут дешевле. Ну, намного дешевле. То есть, если в обычных магазинах там условно она стоит 100, то в метро она стоит там, ну, порядка там, 75. Вот такой разброс цен был. Так. Презервативы, кому нужны, цены сравнивайте, смотрите. Contex 213 одна штука, от двух пачек 191. Durex 261, 234 от двух штук. Одни, вторые, третьи, 309 есть. Есть обычные 179, есть от двух штук 161. Всякие гели, смазки 245, 260, 260, 250, не знаю сколько это, 200 миллилитров. В общем, цена плюс-минус, ну вот по, допустим, вот по этим, да, Contex 179, так и не стоит, ну, примерно так же, там, не знаю, там 200, наверное. Так, допустим, шампунь у нас, ну вот обычный, да, мужицкий шампунь 172 гривны, это у нас сколько тут литров-то, 400 миллилитров. Если мы покупаем две штуки, от двух штук, да, ну, запас, он не испортится. Насколько вам шампуня хватит? На полгода, на месяц купили две штуки, сэкономили уже 20 гривен и вернулись домой на маршрутке, а не пешком. Правильно? Правильно. Old Spice. Не покупал, не использую цены. Просто посмотрите сами, сравните. Да, вот обычные 115. Сотка, сверху 115, сотка, ну, как бы ориентируйтесь с вашими ценами. Женские Rexona 136, а если от двух штук, смотрите, 76, в два раза меньше. Вот этим как раз и метро, и нравится людям, тем, что скидки могут быть довольно внушительные при покупке от двух, от трех штук. Head and Shoulders. 289 по акции была 400 гривен. Бери, не хочу. 199, ну, короче, я думаю, если нас смотрят девушки, а девушки нас смотрят, судя по статистике, кстати, выражаю каждому из вас, абсолютно каждому, респект и благодарность за то, что вы тратите свое время на мои видео, за то, что вы активны, это палец вверх, комментарий, и за то, что вы даете какой-то фидбэк, какой-то коммент, чтобы мне было приятно, чтобы я это видел в качестве диалога, а не монолога. Такая говорящая голова. Так, друзья, отдел, следующий отдел бытового вот этого вот райского наслаждения. Это я так предполагаю. Салфетки, салфетки обычные, да, вот эти вот обычные салфетки. Одна штука 56, две штуки, от трех штук 50 гривен. Есть по 80, одну за 80 или 3 по 52 гривны. То есть скидки внушительные. Тут у нас персилы. Не знаю, для чего это используют. 599 гривен. Одна. Один вот такой вот флакон. Tide 1099 гривен. Стиральный порошок детский. 292 гривны.
за одну штуку или 184, почти на сотку, даже больше, если вы покупаете от 5 штук. Гала 499 гривен, это 3,6 килограмм. Если от 4 штук, то 250 гривен, да, 250 гривен дешевле. На 250 гривен, офигеть. Так, тут у нас опускают, поднимают, сейчас, может быть, откроют, и мы сюда вернемся, а пока мы возьмем с вами на Тахтари. На Тахтари, пока я помню, 70 гривен последний раз я покупал в Новусе. 70 гривен она стоила в Новусе. Тут она стоит 80. Интересно. Интересный подход. Как бы дороже, но я-то буду брать несколько штук, и мне это обойдется в 54 гривны. Почти на 20 гривен дешевле. То есть, если я возьму каждой по две штучки, нормально выйдет дешевле, чем в Новусе. Окей, так, возьмем две вот этой вот. Возьмем две груши. У нас еще есть фейхуа. Вот такая вот штуковина. Хотя, когда я был в Грузии, мне кажется, там кроме тархуна и груши вообще ничего не было. Самый мной любимый. Мне нравится больше всего тархун и на втором месте фейхуа. Производитель, вырубник, район Мцхета, село Натахтари, Грузия. Апельсин, груша, фейхуа и тархун. Вроде все, да? Ага, вот, еще у нас виноград есть. Вот такой вот синенький виноград. Поверьте мне, если мы сейчас, да, с вами умножим экономию 20 гривен на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, уже экономия 200 гривен чисто на бутылочках. Так, друзья, любители пива, давайте тоже посмотрим, какие у нас есть, что у нас есть. 77 гривен, 73 от 3 штук. Крамбахер 57-51 от 3 штук. Пилгер 49 от 3 штук, 30 гривен. Прикиньте, 20 гривен разница. Стелла Артуа 62 гривны 56. Вот такая маленькая бутылочка 0,33. Ну, короче, тут у нас изыски. А обычные пивас вот у нас с той стороны. Сейчас я туда телепортируюсь. Опилля. Билы. А что ж это такое? Такой бутыль, знаете, как с 90-х. Это у нас производитель Мисто Тернопиль. Вот такая вот штуковина. Кстати, дороже, чем некоторое пиво. Нефильтрованное, бочковое. 38 гривен 29 от 20 штук. То есть, если вы покупаете на бригаду, на какую-то компашку, то выйдет дешевле. Амстел. 35 гривен со скидосом, 31 гривна от 24 штук. Ну, для одного человека 24 штуки – это перебор. Белонич – 35 гривен. Белый нефильтрованный – 40 гривен. Литруха у нас… Нет, это не литруха. А, литруха. 54 гривны за тоже белый нефильтрованный. Чернигевский – 0,5, 26 гривен за баночку. Вот такая вот банка жестяная. Хайк. Самый обычный, самый стандартный хайк. 34 гривны. От 24 штук 22 гривны. В магазине, просто для примера вам, 39 гривен хайк стоит вот этот. Ну, 39-35 там по-разному. В зависимости от того, какой магазин. Старопрамен. 38 гривен. От 20 штук 32 гривны. Львивские, вот это вот здоровая штуковина, 2,25, там 2,5 литра, почти 78 гривен, от 2 штук 54 гривны. Туборг, 49 литруха, 36 от 2 штук. Ну, логику вы поняли, да? Туборг 26 гривен, 23 гривны от 2, от 24 штук. Логику вы поняли, больше покупаете, больше экономите. Такой подход именно в метро. Потому что сюда приезжают такие люди, которые по одной бутылочке на Тахтари не покупают. Так, что тут у нас по виски? 1549 со скидкой за 3 штуки 1230.
White Horse 728 со скидкой в два раза дешевле, почти 499 гривен. Bells 549 со скидкой на 100 гривен, ровно на 100 гривен выходит дешевле. Jameson вот такая вот в одно лицо выпить 84 гривны, от двух штук 75 гривен. Кола одна упаковка, в одной упаковке у нас тут 6 штук, 248 гривен. Делите на 6 штук, получите за бутылку. 10 упаковок, 227 гривен выходит. Вот такая вот штуковина. Jack Daniels. Я думаю, что все знают и все примерно ориентируются, сколько он может стоить. Jack Daniels. Вот такой вот 1000 гривен. 1000 гривен со скидкой, если за две бутылки 969 гривен. Стоит ли объяснять, что такое Jack Daniels? Я думаю, что нет. Маленькая бутылочка 669 гривен. Тут у нас 0,7 литра. Ходить тут не переходить на самом деле. Если ролик вам зайдет именно с метра, возможно, вы захотите более детально какие-то отделы, чтобы я посмотрел, заснял, там, не знаю, сахар, крупы, там еще что-то, то обязательно дайте об этом знать, потому что, ну, это же, конечно, не музей, чтобы тут часами ходить. Кстати, напишите, вот, интересно, сколько для вас максимально оптимальный, длина видео, которую вот, ну, вам комфортно, да, час, полчаса, 15 минут, чтобы я ориентировался. Прямо сейчас поставьте на паузу и прямо сейчас напишите. Рис Хуторок 53 гривны, 48 от двух штук. Пропаренный Хуторок 54 гривны, это у нас 0,8 килограмм или 51 гривна от двух штук. Гречка 21 гривна. В былые времена она стоила 100 гривен. 800 грамм 21 гривна. 1 доллар. Меньше даже. 70 центов. Манка 24 гривны. Вот такая вот манка Хуторок. Пшеничная. Люблю пшеничную. Раньше не любил. Вот именно пшеничную кашу. Сейчас довольно неплохо заходит. Кто точно так же любит, напишите в комментариях, сколько, много ли нас таких. Булгур 42 гривны, вот такая вот 400-граммовая упаковка. Булгур в готовых пластиковых пакетах 38 гривен за... Нет картона, вот вам и дешевле. Кускус 64 гривны со скидкой, была 79 гривен. Нут 99 гривен. Мивина 14 гривен. В коробочках каких-то, да, это супы или что это, расскажите. Не покупал ни разу, 100 лет назад покупал мивину. Кто в детстве ел сухую мивину без супа, без ничего? Есть у нас много нас таких или нет? Масло Олия Сонешникова 44 гривны. Но это какая-то фирма, я даже не знаю, я бы постремался такой покупать. Не знаю, потому что расход будет больше, потом по факту переплатишь. Хоть и сэкономил. Гималайская соль. Прям гималайская. 99 гривен за 1 килограмм. Гималайская соль у нас. Олейна. Самое распространенное, самое, мне кажется, масло оптимальное по расходу, по вкусу. Стоит олейна у нас 59 гривен 80 или от 15 штук 43 гривны. Если экономите, то 125 гривен за 1,8. Видите, 1,8, 125 или 95 за 2 бутыля. Друзья, огромное количество отделов я просто проскакиваю, прохожу, потому что, ну, я не знаю, тут неделю можно ходить, там какие-то консервацию, огурцы какие-то я прошел, проскочил. Давайте пишите в комменты, что бы вам хотелось, какие продукты, возможно, в следующий раз, я ж не последний раз в метро, какие продукты вам хотелось бы еще увидеть. Тушка индыка, вот прямо целая тушка у нас, смотрите, 189 гривен или от 8 кило 161, вот так вот у нас выглядит тушка индыка, смотрите, здоровенная, я фиг подниму даже, тушка индыка.
гусячья тушка. 149, огромный выбор. Это, конечно, замороженное, но я думаю, что по вкусовым характеристикам оно не будет сильно уступать. Гусячья 149 килограмм, от 10 килограмм 131 гривна. Вот такая вот гусячья, бачите, тушка. Тушка кроля 319 гривен, от 4 кило 303 гривны. Вот такой вот замороженный заяц у нас. Так, ну это сразу готовое замаринованное. Стейк здесь свинины, это такое, давайте пропустим. Посмотрим колбаски. Колбаски мюнхенские 199 гривен за килограмм. Колбаски здесь свинины с горчицей 169 гривен. Яловыча частина шина 259. Лопаткова частина яловыча 300 гривен. Фарш яловыча 199. Котлетки гамбургера из яловычины 219, от 2 кило 213. Фарш свинячий яловыча 179. Так. Стегно свинячий 169. Ребра свинячий 179 гривен за килограмм. Друзья, на рынке 90 гривен ребра, если что. Корейка свинячья 189, от 10 кило 170. Лопатка 129 без скидок за килограмм. Грудинка 159 гривен. И вырезка свинячья 228 или от 6 килограмм 198 гривен. Так, надеюсь, нашу тележку не утащат, но мы зайдем, посмотрим. Посмотрите, я зашел. Пар идет изо рта. Так, быстро, быстро, пока я не задубел, не замерз. Это мы пропускаем. Это у нас для мажоров. Глобина. Тазо-стегнова частина здесь свинины. Вот такая вот штуковина. 162 гривны у нас стоит. Посмотрите на эти объемы. Я одной рукой это даже не подниму. 7 килограмм. 7 килограмм вот эта штука у нас весит. Рулька. Рулька 79 гривен. Мне вот именно метровские рульки нравятся больше всего, потому что они большие, да, вот вы взяли, там внутри кость, но полтора кило. Все, взяли, заморозили, потом по традиции, да, я же рассказывал вам 100 раз уже, как готовить рульку. Вначале варите, а потом в духовку. Так, давайте возьмем побольше рульку, которая у нас будет... 1400 кило. Рулька есть. Дальше. Это у нас шина частина 225. Шина частина 238. Ноги, копытца какие-то, да? Ноги 39 гривен. Рулька 79 гривен. Это я вам уже сказал. Сало. Сало 224. Вот такое вот сало уже готовое. 229. Хотя оно все готовое. Так, курица. Курица наша ряба 158, от 2 кило 147. Это у нас что? Это у нас стегно. Филе 199 гривен. Мне больше всего нравятся не гомилки, а как же они называются? Плечевые части или как-то так. Сейчас, если я найду, я вам покажу. Не вижу. Вот, кстати, тут снизу, смотрите, гумилка 99 гривен. Куриная гумилка 99 гривен. Мясо индыка. Мясо индыка у нас 114 гривен. От 2 кило 100 гривен будет стоить. Так, все, я выхожу, потому что у меня рука уже замерзла держать рульку. Сейчас не хватало еще простыть. Яйца. Яйца метровские на поштучно, правильно? 30 штук. 30 штук. Стоит 99 гривен. Это примерно где-то 3 гривны за штуку. Что-что, а в метро умеют раскладывать. Потому что, как вот в АТБ я был один раз, ролик был записан. Оставлю ссылочку в комментах и в всплывающей подсказочке. Там это трэш.
там этот трэш, просто все навалено, а ты как хочешь, так и ищи. Вот смотрите, пельмени, допустим, 120 штук, да, или что это, 800 грамм, 142 гривны. Пельмени фирменные «Геркулес» 209 гривен. Мишутка детский с мясом индычки. Вот такие вот пельмешки маленькие, да, для детей. 400 грамм 73 гривны. Вот цена, 73 гривны. Мишутка с мясом курча 64 и телятина 84. Пельмени с двух яловочную, то свиную 173. 173. Три мяса, три медведя, три медведя с мясом индычки 192 гривны. Есть дешевле, безусловно, есть дешевле, есть, ну, просто я показываю, что мне нравится, как это все раскладано. С капустой, с картошкой грибами, с картошкой беконом цена примерно 69, 70, 80, 47, 57. Вареники покупаем, готовим, ничем себе не отказываем. Сырники, ну это для ленивых, вы же понимаете, да? 289 гривен за 1, 2, 3, 4 на 5, за 20 сырников. 289 гривен, это 1 килограмм. Сколько стоит 1 килограмм творога, как вы думаете? Будет ли он стоить 280 гривен? Скажу по секрету, что нет. Но раз продают, значит покупают. Так, давайте посмотрим еще форель. Форель, вот такой вот шматок, да? Форель у нас стоит 449 гривен за килограмм. Лосось. Вот накрытый лосось, 1169. Вот 8 кило, 1169 гривен. Вот такой вот лосось у нас. Стейк лосося 5 плюс килограмм, 849 гривен. Кусок 449 гривен. Так, сибас. Сибас филе 400 гривен, вот все прикрыто культурно, чтобы люди не совали руки. Дорадо 659 гривен, это до 1,5 килограмм тушка такая. Креветки 209 гривен, вот такая вот упаковочка 300-граммовая креветки, упаковка. Ну, упаковка упаковкой, цена вам пишется за килограмм, 499 гривен. Устрицы. Друзья, кто ни разу не пробовал устрицы? Есть такие. 29 гривен за одну штуку, 26 гривен от 12 штук. Ну и чем больше устрицы, тем оно дороже. Да? Самая дорогая, вот мы можем посмотреть сверху, 64 гривны за вот такую вот штучку. Дальше посмотрим. Сому на 189 гривен. Амур белый 249, амур на рынке стоил у нас 305 гривен. Толстолоб патроны 155, сом охлажденный 164 гривны. Судак 269. И добрый, добрый. А дорадо е у вас поменьше? Ну, звичайный там, наприклад, там 300-400 грамм є? Я не побачив, зараз обійду, дякую, подивлюсь. Дорадо. О, дайте, будь ласка, одну дорадо. А є ще 300? Ні, нормально, 300-400, ага. Дорадо 369 гривен, 300-400. А, давайте, наверное, я оцей, 400-600, я, да, не побачив. Да, одну, будь ласка. 379 гривен, 400... Выйдет 498 грамм. Одна дорада вышла на 188 гривен. Вот, отлично, взяли рыбку. Дякую, дякую. Так, вот такая вот дорада. Обожаю дорада, потому что мясо такое идеальное. Не мягкое, не в меру мягкое, в меру жирное, в меру такое вот. Готовится элементарно, поперчили, посолили. Можно в фольге, можно без фольги, в духовочку на минут 30-40, там, смотрите, чтобы не сгорело, и все. И за 188 гривен вы ни в одном ресторане не отведаете дорадо. Ну, по крайней мере, в Киеве.
Так, апельсинчики. Апельсинчики у нас 44 гривны роздрібная цена, оптово от 2 кило 39 гривен. Ну, это апельсины, если кто знает, на фреше. То есть маленькие апельсинчики, они на фреше. Большие апельсины вот такого вот плана, да, они у нас 59 гривен. Побольше. Возьмем две штучки. Кнопка 10 на весах. Вышло у нас вес, ага, полкило, то есть выйдет где-то 20 гривен, там чуть-чуть, возможно, больше. Так, еще возьмем киви и огурец. Огурцы у нас, смотрите, огурец, посмотрите, сравните мою руку, вот я прислонил, да, и огурец, вот реально как пол моей руки, офигеть, охренеть, огурец. Какой-то чернобыльский огурец. 129 гривен вот такой гладкий и 179 гривен обычный. Ну, я не знаю, я, наверное, это мощно, но это многовато. Так, киви у нас 139 гривен. Киви кошек 129 гривен, но, друзья, дороговато. Киви дорогой. Завтра среда. Завтра пойду на рынок, там киви я куплю за 80 гривен легко. Кстати, чтобы не пропустить этот момент, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующее видео с ценой киви на рынке. Виноград белый 169 гривен. Сливка червона уже 169 гривен. Не знаю, насколько она химозная, насколько она пластиковая, но уже можно кушать. Редиска 59 гривен. Да, 59 гривен, вот такая вот редиска. Салаты итальянские, грецкие, то есть там в зависимости от ингредиента, да, где-то руккола, где-то там какие-то травы. Мне больше всего нравится не чистая руккола, а какая-то смесь. У нас цветная капуста 149 гривен, на рынке она, чтобы вы понимали, 100 гривен уже есть, легко можно купить. Пучок на рынке стоит, ну не знаю, такой не такой, около 20 гривен. Тут он 39 гривен, это у нас цибуля зелена. Почерыцы, да, шампиньоны 114 гривен на развес. Ну и другие грибы, если вы разбираетесь в них, если любите, вот цены. 84, глыба какая-то, да. Почерыцы резаная, глыба 84. Вот такие грибы. В жизни бы, наверное, не купил, не собрал, если бы не увидел в магазине. Посмотрите, какие стрёмные грибы, как из пня. 79 гривен, Китай. Откуда-то с Китая даже везут. Спаржа 299 гривен за 250 грамм, вот за такой пучок. Яблоки. На рынке яблоки можно взять за 20 гривен. Легко. Тут у нас яблоки 29, 26 от 5 килограмм, 39 гривен. Есть 24 самые дешевые. Вот такие вот яблочки тоже. Подожду завтрашний день, зайдем на рынок. Ну и изыски всякого плана. Смотрите, уже дыня даже есть. Дыня и арбуз. Дыня 144, а кавунчик у нас, смотрите, такой мини, 159 гривен. Как футбольный мяч. Даже не футбольный, а не знаю какой. Авокадо у нас 49 гривен, это такое вот здоровое. И поменьше авокадо есть 39 гривен или 35 от 24 штук, если какой-то ресторанчик у вас. Ананас 69, был 79 гривен. Так, манго 40-49. Вот такой вот манго за одну штуку. Ну, я думаю, возьмем... Сейчас выберем просто, которая помягче. А если даже не помягче, то оно, в принципе, должно дозреть. Ну вот, такая чуть-чуть мягенькая. 49 гривен. Взяли манго. Так, 39 гривен кокос. И банан 69 гривен. В принципе, как на рынке, оно так и стоит. Ананас 129 с Коста-Рики к нам приехал. Вот такой вот ананасик, видите, проделал такой путь. Клубника. Сейчас не буду смотреть.
клубнику на рынке я видел 200 и 160 гривен. Тут клубника у нас... А, я аж перепугался. 89 гривен за 250 грамм. Килограмм 329 гривен. Клубника в метра дорогая. Смотрите, какая еще. Зеленая, что ли? Какая-то непонятного цвета. Лохына. Так, а лохына у нас 500 грамм стоит 469 гривен. Очень дорого, очень. Килограмм стоит 699, вот это дешево. Средняя цена на сегодняшний день лохыны, голубики, это около... Короче, 1 грамм – 1 гривна. То есть 100 грамм – это 100 гривен. 1000 грамм, 1 килограмм – 1000 гривен. Все, что дешевле, считается нормальным. То есть вот этот вариант считается нормальным. 199 гривен за 1 килограмм. Этот вариант – 469 гривен за 500 грамм, ну или, соответственно, 800, там, 900 гривен, он считается ненормальным. Так, ну давайте посмотрим уже перед выходом морква. Морква у нас 8,90, нечищенная, немытая, точнее. Буряк 17 гривен, бурячок. Картошка 21 гривна, самая дешевая, которую я видел, на рынке стоит 15 гривен. Картопля рожева 25 гривен и картопля какая-то еще вот такая вот 29 гривен. Ну, в магазинах картошка сейчас плюс-минус 20 гривен. Тут она, видите, 21 гривна. На рынке она примерно тоже 20 гривен, но можно найти, вот я был на Лесном, там продавали, так сказать, с асфальта за 15 гривен. Но туда нужно ехать с утреца. Так, друзья, вот такие вот у нас походеньки, так сказать, по просторам метро. Извиняйте, если чего не успел или не заснял, обязательно напишите, что я упустил, пропустил в этом ролике. Я обязательно наздожену это в следующий раз. Сейчас посчитаем, посмотрим, насколько у меня этого всего потянуло. Того, что мы имеем? Мы имеем 932 гривны, но делить на 38 это порядка там, не знаю, порядка 30 баксов у нас. Что мы купили? Мы купили 10 бутылок на Тахтаре, цена там по 50 гривен, то есть основной вес. Мы купили рульку, мы купили дорадо, манго, там пару апельсинчиков и вроде все, да? Так по мелочам. Вот такие вот цены в метро. Друзья, вы просили, я сделал. Метро мы прошли. Пишите, где бы вы хотели, чтобы я еще побывал. Какие рынки, какие магазины, какие локации. Что еще поснимать. Какой товар. По каким ценам. Лайк, палец вверх. Коммент. Ну и подписка. Вам ничего не стоит, а мне приятно. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.